Нахожусь на центральной площади Кювесары. Вот здесь начинается улица Кохту. Это здесь начинается улица Лосси. Вот это вот Сарема Аптек, улица Лосси, дом 1. Вот Роза Ветров. Улица Кохту. А туда идет улица Таллина, Таллинская улица. Вот, площадь небольшая, но очень уютная, красивая такая, симпатичная. Мне такие площади душевно нравятся. Если бы еще на них было поменьше машин, вообще было бы прелесть. Домики 19 век. В основном есть 18 век. Тут это здание, по-моему, еще раньше было. Вот. Позже посмотрю, какого года оно постройки, но это может быть даже 17 век. Вот. К сожалению, я не знаю, что где находится. Но здесь надписи в основном на эстонском языке. Вот. Флаг Эстонии и флаг Сарема, если не ошибаюсь, это бело-зеленый. С гербом внутри синим, там, а герб такой морской, с парусником. Вот. Это улица Таллина, дом 1. Вот улица Таллинская идет туда. Вот они все здесь расходятся в разные стороны. Три улицы: Коху, Таллина и Лосси. Пойдем по улице Таллина. Ну, пока я засниму все, что здесь есть. Вот это вот здание я не знаю. Оно, наверное, древнее все-таки. Судя по таким дверям и памятным надписям, но тут дорогу переходить нельзя. Я не буду по наглой лезть, как-нибудь подойду. Сейчас найду возможность подойти. Вот тоже какое-то древнее сооружение, такой красивый дом очень. Вот. Похоже на какую-то наблюдательную башню. Деревянный дом стоит. Ой-ой-ой-ой. Вот это здание достаточно. Какой-то 64-й года, вот не видно какой. Ресторан. Вайко, паби паб, Вайко. Ко-хоя. Национальный памятник, вот он, культурен, этот символ национальных памятников в Эстонии. Сейчас пройдусь прямо по периметру площади. Так, общий вид я снял.
обмен валюты. 10 валют разных. Так, это вот улица Лосси. Сейчас подойду к этому зданию. Смотрим, что там написано. Что это за дом. Вот он, да. Памятник старым. Административное здание. 18 век. Вот, памятник архитектуры. Сары Мавальсис. Ну, наверное, Сара — это земля. Ну, наверное, администрация земли или уезда. Здесь Ма Сар Островная. Трудно и перевести, когда не знаешь местной терминологии. Эстония, она делится на уезды. Вот Сарема, остров Сарема — это уезд Сарема. Тоже памятник. Это улица Райкоя, Карекоя. Или Райкоха. Там, наверное, магазин. О, значит, 4 улицы получается. Райкоа, Коху, Лосси и Таллина. Вот она, Райко, Таллина. Это галерея, наверное. Вот сейчас к этому зданию подойдем. Какого же она года здание? Ой, там год написан латинскими буквами. Герб. 1670 год, да? Курейсарская ратуша. Вот оно как, да, то есть я, в общем-то, не ошибся. Вот тут то ли львы, то ли тюлени. Похоже на львов, да. Очень стертые. Да, древние. 17 век, 1670 год. Очень обожаю.